Вот эту персушечку с перебитым задиком. Ну, выкармливаю, конечно, сильно ее. Покупаю детское пюре Агуша, Тёмку. И выкармливаю. Но она хорошо хоть сама водичку пьет. А так вот, конечно, приходится пока насильно. Ну, вроде бы ничего так. Вот, ничего. Ну, вот еще раз повторюсь. То, что заказал 3 большие клетки для того, чтобы они были попросторнее. Ну чего, 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 девочка? Вон твои девочки, такие марапузики, пузики-марапузики. Умничка, приняла ты, приняла кисульку, приемыша. Сегодня мне позвонили, сказали, еще в коробке выбросили котят, глазки только-только открыли. Господи, ну что же за люди, за звери? В зной, в жару выбросили. А у меня даже нету свободных клеток, куда посадить. У нас, смотрите, кабинет, вот они в клеточках. И здесь же мои чибрики сидят. Я же куда я их посажу? Ну, они же собачки тоже ведь. Ну, куда пошел? Лопоушкин, куда пошел? Не знаю, как, может быть, кто-то взял передержать. Посмотрим. Посмотрим.